Так, тест ножа самодельный. Рукоять Микарта. Наш текстолит. Клинок 65-ка, но честно закаленная. Сведение почти в ноль. Прямые спуски. Даже выпуклатая линза. На курице еще не проверял. Тут решил проверить. Говори, лучше знать, откровенничай, как летать в синем небе. Так, сейчас побыстренько, прям по костям. Проверим за звук. Держите точку. Это так, для себя. Посмотреть. Как себя поведут спуски в ноль на 65-ке. Так, косточка. Не свеча, а ладонь твоя горяча. Костики светлости темных глаз утонул в воде еще раз. Дай за пазуху мне угреть. Кстати, костям ломать хорошо. Тюленей меньше. Чем тоньше, конечно, сведение, тем меньше сопротивление костям. Хвостики еще остались. Прикрется, может, покрасивее будет выглядеть. Сейчас пока такая. Разлетаются. Посмотри, как я в небесах, как пылинка на весах. Рвутся все огни из груди, чтобы с тобой перейти. Блин, чуть-чуть наминает. Будем дорабатывать, короче. Будем дорабатывать. Ну это когда сильно очень давишь, при очень силовых. Вот так. Я думаю, что сейчас помоем, посмотрим. Что с ним стало. Видимых вообще нет повреждений. Так, вот взяли листик. До этого заточку не показывал. Ну, примерно то же самое было с вывертами.
по-всякому режут. И вдоль и поперек, и с вывертами, и протягом. Ну, вот такой вот ножичек. Посмотрим, понаблюдаем, доделаем еще. Всем спасибо.